Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет тест недорогих кабелей. Так, итак, приступим, чтобы вас сильно не томить. В этот раз я взял кабели попроще, а то, как просили подписчики, с чем-нибудь сравнить кабели AUK. И вот сейчас мы сравним ноунейм шнурачками. Так, вот такие у нас кабели пришли. Так, данные шнурочки типа черного цвета, длиной в 1 метр. Так, на ощупь довольно тонковаты. Сейчас пойдем проверять. Так, подключаем к зарядному блоку в 3 ампера. И к тестеру. И начнем быструю проверку. Так, тестер уже готов. Вставляем кабель. И смотрим, что даст нам данный тестер. Так. И вот он результаты. Даже 1 ампер данный кабель не держит. В общем, кабели довольно плохого качества. Так что нажать вообще смысла не вижу. То есть даже на 1 ампер они не годятся. Вот такой может быть облом. Хотя ценник на данной шнурочке был довольно немаленький. Вот так вот. Вот такой вот облом. В общем, это мы и продавцу, и предъявим. Что данные шнурочки оказались барахлом. Все, на этом все. Спасибо за просмотр. До следующих видео.